День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы вернемся к Binding of Isaac Wrath of the Lamb. Нет, я не начинаю снова в него играть, мне просто захотелось. Я поиграл в Fancy Skulls, это мне напомнило Айзека, и я подумал, а почему бы и нет? И рандом или... Давайте возьмем Каина. Каином весело, у него... Счастье больше, у нас, может быть, попадутся веселые вещи. Давайте поиграем Каин. Так, ну, что нам повезло, это то, что у нас уже есть синий камень. Так, синий-серый камень. И мой дальтонизм не прошел. У нас также есть бомба. All stats up. Это шикарно. Это обалденно. Так, хорошо, давайте сейчас бомбы и синие камни все отложим на потом. Вдруг еще бомбами нужно будет что-то открыть. А синий камень может не пригодиться. Так что, скорее всего, лучше после босса это вскрыть. И я... Ах да, я вам также ничего не обещаю. То есть я имею в виду сундук, до которого я, скорее всего, не дойду. Но я также имею в виду просто большое прохождение. То есть я очень давно не играл. Я очень, скорее всего, много забыл. Так что лучше сразу же не надеяться на то, что я далеко пройду. Просто смотрите то, что есть. Как говорится, я попытаюсь, конечно же. Я не буду, как бы... забрасывать это. Нет, я хочу пройти игру, при том есть много людей, которые, скорее всего, не видели эту игру, не играли в нее, так что я хочу показать ее как можно больше, чтобы еще больше людей в нее поиграло, потому что это обалденная классная игрушка, в которую всем нужно поиграть, хотя она немножко странная и очень-очень такая... очень-очень-очень странная и ужасная, но сама по себе игра обалденная, в нее можно играть сотни часов, то есть это обалденно. Если вам хочется посмотреть много-много моих прохождений, они есть, они в прошлом, конечно же, и они не все в плейлисте, так что если вам хочется найти еще больше, вы думаете, вы в плейлисте все посмотрели? Нет, я ленивый, я не все в плейлист засунул, так что можно искать на канале. Так, давайте пойдем синий камень откроем. Здесь также можно было бы поискать секретную комнату, она, скорее всего, здесь. Я сейчас посмотрю, как у нас синий камень будет. Может быть, он меня... О! Ну, давайте, нам повезет. Нам повезет с секретной комнатой. Эх! Оп. Есть. Отлично. О! О! Хорошо, хорошо. Идем. И можем... Может быть, уже на следующем этаже можем зайти в магазин, посмотреть, что там. Потому что у меня два ключа с собой уже сразу же. Так что можно. Так, давайте расстреляем какашки. И... Я у меня постоянно... А представляешь, как себя чувствуют люди, которые еще не знают, что это за игра такая? Да, мы плачем на какашке. Не удивляйтесь, это такая игра. Это все нормально. Все странное, это наоборот нормально. Так, бомба на синий камень. Опять же, мы отложим это на потом. Аркада, конечно же, меня соблазняет, при том, что у меня много красных сердец и много серых сердец. То есть я могу поменять деньги на монеты. Так что давайте посмотрим. Сейчас прямо к боссу... О, давайте прямо сейчас к боссу пойдем, пока я не получил урон на этом уровне. Так что мы сможем, может быть, с сатаной еще сделку сделать. Если мы получаем очень мало урона, или вообще не получаем урона на уровне, то у нас есть возможность сделать сделку с сатаной, то есть поменять собственное здоровье на очень-очень полезные обычно вещи. Конечно же, у сатаны есть еще абсолютно бесполезные вещи, но, о господи, я сам наткнулся, перенервничал, называется. Но обычно это очень выгодно, так что посмотрим. Так, ну, давай, босик, давай. Ух, рассосись, уходи. Так, о, ссылка с сатаной. Конечно же, у нас корона, это не очень, но у меня 15 монеток, а то есть в магазин сходит стоить. Я скажу вам честно, я откажусь от обеих вещей. То есть одна мне дает урон, то есть книжка наносит урон всем в комнате, а Ouija-борд, она дает мне прозрачные слезы, и, скажу вам честно, за это платить здоровьем я не хочу. То есть и если бы оно попозже было, что-нибудь другое, так давайте здесь синий камешек вскроем. Так, у меня две бомбы, так что... А так, одной бомбой это не обойдется, все. Или не уткнется. Так что давайте пойдем. Так, пухлоголовики. Пухлоголовики, понятно. Сейчас они безобидные. Ну, хорошо. То, что из них вылезает, иногда бывает опасно. Но, в общем-то, они безобидные, они даже от нас убегают.
Я не знаю, зачем я их убиваю. Я жестокий-жестокий человек. Тут также есть темные мухи, черные, которые тоже абсолютно безобидные, но чтобы пройти уровень, нужно их всех убить жестоко. Жестоко их заплакать. И вот так. Ключик. Хорошо. И... Ага. Все есть. Так, давайте в золотую комнату зайдем. Клинок. Давайте я подниму просто его, чтобы он у нас больше не появлялся на карте. Ну, в общем, бесполезная вещь, которая поднимает нам урон, но мы за это должны тратить здоровье. Конечно же, может быть, для кого-то, для какого-то героя это хорошо, или для какого-то игрока, но я этим абсолютно не пользуюсь. Я просто использую свое здоровье как здоровье. И рисковать им или просто себя калечить, чтобы получить больше урона, я не собираюсь. Ага, хорошо. Так что давайте пойдем. Я здесь пока что взрывать золотой сундук не буду. Конечно же, в золотом сундуке может оказаться абсолютная дребедень, но еще может оказаться очень хорошая вещь. Так что это все зависит от удачи. В магазине у нас, так, мамина сумочка, которую я возьму, потому что два тринкета это хорошо. Потому что, конечно же, два тринкета это лучше, чем один. И серое сердце или бомбу. Давайте я возьму бомбу. Попробую, пойду посмотрю, что у нас там такое в золотом сундуке. И потом, стоит идти в аркаду или нет? Я сейчас думаю. На. Ключ и бомбу, а то, считайте, ничего не изменилось. Я использовал ключ и бомбу, чтобы получить ключ и бомбу. Просто чудесно. Секретная комната где у нас? Здесь или здесь? Здесь или здесь? Здесь у нас секретная комната. Нету. А здесь у нас секретная комната. Есть. Все-таки не угадал я. Ну что ж, бывает. Давайте костры заплачем немножко. Так, совсем чуть-чуть. Так. И пока что у меня такое впечатление, что до сундука мы совсем не дойдем, потому что, ну, просто не очень вещи попадаются. Так, давайте зайдем в аркаду. Что у нас? О, это как раз нам может дать хорошую вещь. Давайте попробуем поиграть до него до упора. Так, о, отлично. И так как я играю... А, как раз вот мы можем тринкеты сейчас собрать. Так как мы играем Каином, то у нас эта машина каждый раз отдает нам что-то. Так, красное сердце. Я уже даже не помню, что оно отдает. Так, это у нас Hermit. То ли в секретную комнату, то ли в магазин меня отправляет. Это я уже не помню. О, мир. Это полностью показывает карту. А где мой... Где мой шар? Так, давайте я два сердца могу наиграть в машине. Так. И еще. Так. В нее можно, конечно же, еще поиграть. Так, потому что у меня куча серых сердец. И давайте я поиграю еще. Может быть, выпадет нам здоровье. О, нет. Да, ну что ж. Хорошо, давайте тогда возьмем еще покалечимся себя. Так, раз. То есть за половинку сердца можно успеть дважды нажать на эту штуку. Так что, так, теперь я не хочу рисковать. Просто мир или... Hermit. Hermit или мир. Мир или Hermit. Давайте возьмем Hermit, я просто хочу его использовать. Просто я за мир, я знаю себе, я уцеплюсь и не буду ни в коем случае. Это же полезная карта. Как же ее можно пользовать? Зачем это? Это полезная карта. И у меня уже 16 монеток, так что я могу пойти в магазин на следующем этаже. И у нас с одним ключом, как всегда, ужасный-ужасный выбор. Пойти в магазин или в золотую комнату. Но магазин у меня попался первым, так что я, скорее всего, схожу в магазин. Ну, я надеюсь просто, что золотая комната у нас даст что-нибудь. Так, червяки, вы надо мной издеваетесь, да? Да, они надо мной издеваются. Так, хорошо. Есть бомбочка. Не откажусь. Давайте зайдем в магазин. И в отличный тринкет, который нам будет давать серое сердце. Давайте. Купим. Давайте сразу же используем. Конечно же, сейчас нам не тринкет, а вещь на пробел. Так, потратить здоровье на сатаненка было бы, конечно же, интересно. Скажу вам честно. Но я даже не знаю, как это у нас получится. Давайте сначала... О, господи, я не успею. Нужно было бежать.
Так, опять я не успел. Нет, успел, в этот раз успел. Все хорошо, и пока что я свои серые сердца пользую. И по идее серые сердца лучше оставить на потом. То есть вообще лучше всего не получать урон. Это было бы чудеснее всего. Но как бы с моим умением, с моей памятью того, как проходить эту игру, это вряд ли, очень-очень вряд ли. Так, хорошо. О, зубастая комната, в которую мы зайдем. Так, липеры. Один из моих самых нелюбимых врагов в этой игре. Так. Пойдем сразу же к боссу или... А давайте здесь вот именно пойдем сначала в зубастую комнату, посмотрим, что нам... У, две таблетки. Это может быть обалденно или может быть абсолютная лажа. Balls of Steel, это обалденно. Давайте тогда себя зарядим серым. Так, Hermit, это... магазин. Ну ничего, я по крайней мере тогда по всей карте мне не придется идти. Давайте я сейчас себе куплю ключ на всякий случай, то есть своим здоровьем. Десятка. Отлично. Своим здоровьем потрачу его. Так, может быть еще чуть-чуть. Так, 13. Ну, хорошо, давайте пойдем. И пойдем тогда, у меня есть ключ теперь. Я могу пойти в золотую комнату, посмотреть, что там у нас есть. Золотой сундук. Нет, ты меня не соблазнишь. Еще один золотой сундук. Нет. Так, братик, который будет стрелять, по-моему, Арлекин стреляет, да, двойными слезами. И это хорошо, я не откажусь. Давайте пройдемся полностью по уровню тогда. Мини-босс, это классно, потому что он на нас может хорошие вещи оставить. Там бомбы. Бомбы и всякую всячину. Ой, так, брысь, умри от своей бомбы. Ой, я от него оттолкнул наоборот бомбу, это нехорошо. Так, ничего, все, он теперь подходит поближе. Все, ой, тролль-бомба, самонаводящаяся. Так, осторожно. Ха, по-моему, давайте я сердце поменяю, да, на крышку, потому что, по-моему, крышка... А нет, крышка мне не нужна, потому что у меня так или иначе все таблетки позитивные. Потому что я играю Каином. Это плюс. Так, все, идем тогда. Серые. Так, серых сердец у меня куча. Все. Я просто смотрю, сделаю ли я все на этом уровне. Можно было бы вот здесь вот посмотреть, конечно же, секретную комнату, которая здесь и есть. Давайте поиграем. Может быть мне... Ух, класс. Не откажусь. Он нам и открывает весь уровень, он и дает нам серое сердечко, то есть это обалденная вещь. Намного лучше книжки. Ну и мне не жалко, скажу вам честно, своих денег, которые я потратил тогда на книжку. Она нам дала серое сердечко, она нам дала как бы возможность и уверенность в том, что будет все более или менее прилично. Так, о господи, этот босс, такого я раньше не видел, скажу вам честно. Что-то вдруг все стало сложнее. Так, хорошо. Так, о господи. Так, давайте-ка увернемся от всего этого безобразия. Я не использовал кристальный шар, потому что я хочу просто карту сразу же открыть на следующем уровне. И, может быть, получить тогда, так, серое сердечко. Но сейчас я, скорее всего, мне хватит на моего здоровья, чтобы убить этого босса. Так, полсердечка, куб мяса, это он нас будет защищать. А, у меня уже был куб мяса. А, ну хорошо, он тогда будет еще стреляться. И все. Идем дальше. Маловато, 13. О, господи, у меня проклятие тьмы. Ну, чудесно. Звезды, давайте сразу же используем. Меня в золотую комнату отводит Полифимус, это шикарно. Дает мне огромные, шикарные слезы, которые и... У них есть и пронизывающий эффект, и эффект большого огромного урона. Так что Полифимус — это шикарная вещь. Если ее еще взять, например, с ножом, то это просто смерть всему и всемя. Так. Ой, парабрысики. Ой, парабрысики, брысь. Брысь, парабрысики, брысь, парабрысики, брысь. Брысь, парабрысики, брысь, парабрысики, брысь, парабрысики, брысь. Я это буду повторять до тех пор, пока они не брыснут. Конечно же, Полифимусом, так что, так как я стреляю реже, попадать тяжелее врагов. Но если я попаду, то именно ступает амба. Так, о, магазин, хорошо. Правда, у меня нету ключей. Я совсем об этом немножко забыл. Совсем немножко. Абсолютно чуть-чуть. Так, полз сердечко красного. И мы идем дальше. Угу, это, скорее всего, то, где мы начинали.
Так, лазерные мухи. Так. И дискотека. О, господи, нет, все-таки попала в меня, проклятая. Как бы так сделать, чтобы она в меня все-таки не попала. Здесь все промахнулось. Бомба у меня 5, это хорошо. Ключей ни одного, это не очень. Так, двойные мухи, это тоже не очень. Но мы с ними быстренько разберемся. Самое главное, на героя не наткнуться. Так, ой, ой, сам наступил на... Ой. Так, все, хватит. Хватит. Уи, пробежали. Хватит. Я так давно не играл в игру, что мне тяжело уворачиваться от шипов. Это просто чудесно. Давайте карту. Повешенный человек. Что у нас здесь? 10 бомб. Нет, я откажусь. Мне в магазин хочется сходить, поэтому я пойду еще похожу по этому уровню. Так, так, вот мне здесь очень хочется использовать повешенного человека. Он нам... О, господи, парабрысики, вы жестокие монстры. За что вы меня так? Как раз я только что понял, что у меня совсем не было вещей, которые мне поднимают здоровье. Их должно быть, чтобы пройти далеко. И по крайней мере, с тем количеством урона, которое я получаю. Так, это зубастая комната. Мне бы сейчас, конечно же... Так, первое, на жадности нельзя натыкаться и получать от них урон, потому что они у меня заберут деньги, пусть они прокляты. А у меня было как раз 15 центов. Так, теперь намного меньше центов. Так, ну ничего, давайте сходим тогда в зубастую комнату, рискнем. Так, здесь ничего, я могу еще в секретную комнату сходить. Давайте сходим так, отлично. Себе откроем, скорее всего, вот сюда вот. Выход у нас здесь есть. Да, есть. Давайте потушим костер. Так, тогда в аркаду можно, по идее, не идти. Но я схожу, посмотрю, что здесь такое у нас есть. Давайте сыграем 5 раз в однорукого бандита. Тролль-бомба. Отлично. Так, ага, ничего. Сердечко, которое мы можем сразу же сыграть. Так, здесь... Так, так, толбетка. Толбетка — это хорошо. Кайнам толбетки всегда хорошие. Так, дальше стреляем. Это отлично для нашего Полифимуса. Давайте еще 2 монетки сыграем. И ключ. О, ключ нам очень понадобится. И еще один ключ, обалденно. А то есть тогда я не заплатил, ну, мне не нужен был ключ, чтобы попасть в золотую комнату. Я попал в нее с помощью карты. Так, тихо, а где у нас... По-моему, налево. Так, осторожно. Кто-то слишком быстрый, чтобы не нарваться на неприятности. Так, вот у нас в магазине карта. По идее, она нам не нужна, поэтому я возьму таблетку. О, больше здоровья, это приятно. И она нам не нужна, потому что у меня есть кристальный шар, который я, скорее всего, ни на что не поменяю. И он нам всегда будет помогать открывать тогда карты. Так. Осторожно. Есть, есть, все. Проскочил. Еще. Ух. Чуть не покалечился. О, красное сердечко. Это вовремя. Это вкусно. И давайте пойдем тогда на босса. Ой. Еще один из моих. Тут. По идее, эту игру невозможно любить. Вот. Вот что я лучше всего скажу. Да, то есть говорить, это самая нелюбимая часть моей игры, да. Она для этого и сделана, чтобы ее бояться и ненавидеть. Но, как бы, бояться и ненавидеть, но признавать, что игра обалденная. Так, осторожно, уворачиваемся от всего, что происходит на экране, потому что это не просто пипс, это еще к тому же героический пипс, у которого сразу же все глаза летают. Так, но так как у меня много урона... Так, и... Оп, хорошо. Так, это плетка о 7 концах. Или там что ж, как это называется. Мы быстрее стреляем. Это хорошо. И идем на следующий уровень. Так, все. Все, это уже... Господи, я уже не ориентируюсь. А, у нас небольшой баг. Это нормально. Этот баг, это нормально. Такое бывает у игры, особенно когда записываешь... Сейчас ее отпустит. Так, да, я пока что поглотаю жидкости.
Так, хорошо. Давайте. Есть. И есть, отлично. Давайте тогда пойдем. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой, узики, 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 не надо, я сам встал. Так, это у нас больше здоровья или скорость, я уже не помню. Да, дальше стреляю. Так, хорошо. Давайте сделаем так, возьмем. Ой, бомбомухи, это нехорошо, от них нужно держаться подальше, когда стреляешь из такой огромной штуки, так, в которой куча урона. Ключа-бомба. Не откажусь, а в зубастой комнате у нас... это полезно. Хорошо. По-моему, это последний шанс нам даст. То есть, когда он у нас опустится здоровье, оно нам даст еще одно сердечко серое. Так что это хорошо. Так, здесь это у нас с резиновой шеей товарищи, которые у нас кричалки. О, я могу открыть себе карту. Отлично. Все, и серое сердечко как раз получил. Так, давайте тогда сходим сюда. Как я вас ненавижу. Зомби. Зомби, вот знали бы вы. Хотя, они знают. Я им это уже достаточно часто говорил. Они это знают. Мне повторяться не придется, по-моему. Так, вот так вот. Так будет с каждым зомби, который попадется мне под ноги. Дебля, 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 дебля. Так вот. Так, спокойно, осторожно. Оп, хорошо, им в лицо нужно стрелять, чтобы они не меняли направление. Так, а в затылок нужно стрелять, чтобы они умирали. Есть, хорошо, бомбочки. И я могу, да, я пойду к магазину, потому что это наш последний, считайте, магазин. Если я не ошибаюсь. А, нет, это наш предпоследний магазин. Это глубины первые. У нас будут еще глубины вторые, а потом только мама будет. Да, мама это один из больших боссов. Мега-супер-пупер-ультра-боссов. Так, давайте. Героический товарищ, который у меня забирает еще полное сердце здоровья. Не надо. Не надо. Так, это обжорство. Я знаю, что они кому-то напоминают. Это молодежь, понимаешь? Нет. Слишком быстро передвигаюсь, слишком быстро. Но это обжорство. Так, давайте зайдем в магазин, в котором жадность, которую, по идее, я должен был ожидать, скажу вам честно. То есть ее не было всю игру. По крайней мере, на следующем магазине, скорее всего, у нас тогда... О, скидка. Вовремя, в конце, в самом конце игры. Ну, под конец, по крайней мере, магазинов. Там дают скидку, отлично. Значит, следующий магазин стоит зайти. Посмотрим, может попадется что-то вкусное. Так, ну что ж. Так, липеры. Так, липеры, липеры, липеры. Товарищи. Товарищи липеры, пожалуйста. Ведите себя по-человечески. Хорошо. Ключи у меня есть, то есть я могу зайти. Я о золотой комнате. Ой-ой-ой-ой-ой. Резиновая шея, товарищи. Отойдите, пожалуйста. Дебря, дебря, дебря. Что-то словил лицом, называется. High Priestess, это нам понадобится как раз, чтобы убить, может быть, следующего босса. Посмотрим, как он на нее отреагирует. Просто здесь иногда есть карты, на которые боссы хорошо реагируют, и на которые они не очень реагируют, или совсем не реагируют. Так, хорошо, осторожно, турельки, которые не слушаются правил. Они обычно после того, как всех врагов убиваешь с уровня, не должны переставать стрелять. Но видите, они так, я еще раз выстрелил. Ха-ха-ха-ха-ха. 7. Ну давайте возьмем, просто используем ее один раз. По идее, бесполезная вещь, но один раз сердечко нам дало. И на этом спасибо. Так, резиновая шея, товарищи. Брысь, резиновая шея, товарищи. Отойдите от меня подальше все. Подальше. Ушли далеко от меня. Далеко, я кому сказал. Так, есть. А, High Priestess. Или это нам даст... Я вот всегда забываю, это нога или проклятие. Сейчас посмотрим. Это нога, которая промахнулась по нашему боссу. Молодца, нога. Так, этого босса можно проходить очень просто. Если его поставить в нужном направлении. Иди сюда. Проклятое существо. Так, это... Вот, посерединке. Хорошо. Теперь вот так вот. Поехали.
Поехали его заставлять стрелять с лазером. Отлично. Отлично. Есть. Есть. Давай. Стреляй лазером. Стреляй. Есть, все. Так, коробку с подарками получаем. Рак, это шикарная штука. Я знаю, что это звучит странно, но рак увеличивает нам скорость стрельбы. И это классная штука. Мир, по идее, бесполезная. Таблетка, что ты с нами сделаешь? Так, больше слез, еще больше слез. Ну, это я не откажусь, я не откажусь. И мы идем так. Так, что я там? А, я там 7. Так, здесь все собрал. Хорошо. И на следующем этаже здесь использую кристальный шар, который дает нам карту. Что? Маг. Это можно сразу использовать на самонаводящиеся слезы на момент дает. И это, опять же, темный уровень для нас, на котором не видно, куда мы идем. Ну, мы конечно же, видим, куда мы идем, просто нету карты. Ах. И поэтому, как бы, наш кристальный шар и, и даже карта мир, они нам ничего не делают, ничего не помогают. Знаете, я скажу вам честно, если я сейчас убью маму, если у меня это получится, то я буду считать этот забег удачным, потому что так давно не играть и с первого раза пройти маму, это приятно. Так, хорошо, давайте увернемся. Мне, скажу вам честно, хотелось бы все-таки побольше здоровья иметь. В кармане это было бы очень приятно. Так, давайте. О, господи, эти паутины меня, ну, очень сильно замораживают, замедляют, прилипают. Что, я не знаю, что они со мной делают. Они со мной делают что-то неприятное. Магазин, в котором... Так, паренек, который будет забирать у нас монеты. Ну, давайте купим карту, посмотрим, что она может быть. Лажа. Лажа. Хотя, давайте мага возьмем. Это, по крайней мере, полезнее, чем... Так, и его тоже можем взять, пускай он собирает наши монетки, потому что нам больше некуда монетки тратить. Карта у нас не нужна, потому что это темный уровень, и кристальный шар у нас уже есть. Давайте здесь воспользуемся. Класс. Это много всякой всячины. Ой, я... Смотрите, какой он грустный, я ему монеток не дал. Да. Ну, непривычно мне ему давать монетки. Обычно он больше мешает, чем помогает. Но в этот раз он, по идее, может помочь очень хорошо. Так, опаньки, хорошо. Золотая комната, сердечко красное. О, видите, о, да, давай, иди собирай. Молодец. В золотой комнате у нас четвертак. Вот, ебу бы отдать четвертак. Теперь мне деньги не нужны, и теперь они валят валом. Мне бы сейчас здоровья больше. Сказал я. Попрошайка. Попрошайке можно дать деньги. Много денег. Кучу денег, все свои... Пожалуйста, бомбу, иди! Ах! Бедно попрошайка. Нужно было бомбу отталкивать. Больше здоровья, не откажусь. Ну, по крайней мере, попрошайка сделал свое дело героическое. Давайте пойдем соберем красное сердечко. Хорошо. И пойдем дальше. Так, что у нас? О, мини-босс. И скажу вам честно, здесь с этим мини-боссом более или менее можно будет справиться прилично. Самое главное, чтобы на экране было не слишком много всякой шушеры. То есть нужно следить за тем, чтобы... Сказал я и вызвал все на экран. Всю шушеру на экран вызвал. Так, понятно. По плану ничего не будет. Все будет беспланово. Внепланово. И... Безпланово. Так. Давай. По идее, после него должно остаться что-то хорошее и вкусное. Потому что это героический мини-босс. Угу. Так. Осторожно. Так, есть. Атакующая муха. Приятно. Луна. Я не помню, что она делает. В секретную комнату нас отправляет. Давайте поиграем, не знаю, 5 раз в этого бандита однорукого. Отлично. Красные сердечки, я от них не откажусь. Отлично. Именно то, что мне нужно. Таблетка. Это больше... Я дальше могу стрелять. О, это мне хорошая машина. Все. Последняя, 5-я монета. Ничего я не выигрываю. Давайте ее за хорошую работу взорвем. Посмотрим, что в ней такое есть. О, еще красные сердечки, которые я не могу собрать. И идем дальше. Так. Я отсюда шел вниз. И давайте пойдем посмотрим, что у нас там внизу есть. В упор внизу. Ага, вот что у нас есть. Карта, которая это маг.
ой, я сейчас попаду к маме, а то есть давайте возьмем мага. Хотя нет, именно на маме маг будет наводиться на маленьких монстров. Это мне может помочь. Или помешать. Или помочь. Или помешать. Кто его знает? Посмотрим. Так или иначе, мы сейчас пойдем сражаться с мамой. Если я ее смогу победить, буду считать, что все. Этот забег удался. Даже если меня потом сразу же убьют. Просто убьют. Жестоко расстреляют. То, да, все равно забег удался. Так, давай, серый. Нет. О, Хиерофант. Шикарно. Два серых сердечка. Давайте посмотрим, что у нас в золотом сундуке. Так. Так, да, все, хорошо, отлично. А, как раз ему стоило бы отдавать монеты, но... Я жадный. Я жадный. Давайте возьмем еще раз мага. И пойдем. Монета, с которой я должен был бы отдавать человеку. Бедняжке. Бедняжке-человеку. Который без монеток голодает, понимаете ли. Но... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, оно взорвалось. Что-то... Этаж сложный. Этаж что-то сложный такой. У нас тут мини-босс на мини-боссе сидит и мини-боссом погоняет, понимаете ли. Так, осторожно. А, как раз, не забудьте то, что я сейчас после огромной паузы играю на, считайте, тяжелом модусе. Потому что чем больше игру проходишь, тем тяжелее она становится. И у меня сейчас именно на самом тяжелом настроено. То есть у меня тяжелее игра уже быть не может. Повсюду героические монстры, повсюду проблемы. Повсюду... Оп, отлично. Я в зубастую комнату уже не пойду, потому что мне все эти сердечки понадобятся, чтобы разобраться с мамой. Деньги. Давай, собирай. Вот, таблетку дал какую-то. Balls of Steel. Это шикарная таблетка. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Так, обжорство. Осторожно. Осторожно, обжорство. Оп, еще 5 монеток. О, бомбы. Ну, молодец. И теперь я на него наругался, но он теперь делает свое дело. Ну, хорошо, пускай. Так уж и быть. Раз ты дело делаешь, то делай дело. Я тебе не откажу в твоем деле. И в его делании. Так, осторожно. Есть взрыв. Ну все. Все, давайте пойдем к маме. Давайте возьмем. О, господи, это красная мама без помощников. А то есть я могу сразу же использовать мага, потому что у меня тогда будут все выстрелы наводиться только на нее. Потому что нету просто больше врагов. Но она очень-очень быстрая. У нее очень-очень быстро появляется нога на уровне. И это даже хорошо в нашем случае, потому что мы ее пройдем без проблем. Получив только немножко урона. Так, хорошо, хорошо. Так, теперь мне нужно взять полароид. Отлично. Серое сердечко. Это у нас скорость, которая мне скорее покалечит меня. И идем на следующий уровень. А, хорошо, все. То есть, я вам говорю, это удачный забег. Теперь смотрим, куда мы сможем добраться. Опять темный уровень. Я просто балдею с этого. Даже карта мира нам не помогает. Ну что ж, давайте пойдем налево. Так уж и быть, потому что не направо. Так, осторожно, зимухи осторожные, жестокие. Так, мини-боссик, мини-боссичек. Осторожненько, быстренько, давайте. Он, его легко просчитать, то есть куда он пойдет и куда он ударится. Но, видите, у него еще червяки есть, так что... И для тех, кто не знает, я на этих на красных уровнях и, ну, после мамы на всех уровнях получаю не пол сердечка здоровья, а целое сердце здоровья. Так, давайте сыграем 5 раз. Вечное сердце, это полезно. Давайте сразу же соберу, потому что я не знаю почему. Скорее всего, потому что я бы за ним не вернулся. Серое сердце, хорошо, давайте пойдем дальше. Так, с этим мини-боссом разберемся. Так, отлично. Ну, этот не героический мини-босс, так что, видите, за ним червячков не остается. В сундуке у нас не монетки, но мы их отдадим вот этому товарищу. Башня, которая нас может скорее покалечить. Сила и таблетка. Таблетка неизвестная, которая больше скорости. И поэтому он и умер. Слишком был быстрый. Так разогнался и не смог остановиться. Так, ну, мозги, пожалуйста. Это может быть мозги, а может быть просто пожеванная жвачка. Так, лазер, который страшный, но если двигаться не очень.
Так, теперь наше отражение, с которым будет тяжело справиться. Так, давайте его отправим. Отправим на шипы. Нет. Ну что ж, тогда давайте отправим его на бомбу. Так уж и быть, я такой, я жестокий. Луна, которая нас отправляет в золотую комнату, но теперь, так как золотой комнаты нету, она нас отправит неизвестно куда. Давайте я лучше возьму силы, чтобы быстрее разобраться с боссом, на которого я, конечно же, наткнусь. Так, я лучше воспользуюсь еще одной бомбой. Так, еще одно отражение мое. Так, здесь у нас что? Серый сундук, который не стоит этого. И тупик. Просто чудесно. То есть я все это время я шел не в том направлении. Ну да. Ну что поделаешь, ничего не поделаешь. А нет, господи, я слепой. Вот он босс. Все отлично, все туда я шел. Давайте кристальный шар все-таки оставлю. О, господи, боже мой. По крайней мере, он нам оставит хорошую вещь. Так, ну это один из наиболее сложных боссов, с которыми можно встречаться. Так. О, господи, ага, хорошо. Он разделяется на двоих. Что ничего лучше не делает, но я из-за карты сила, идите теперь, стал большеголовым и наношу много урона. Так, я думаю, с ним быстро справиться. Хорошо. Лапка Гаппи. Это интересный выбор, которым мне приходится сейчас прямо воспользоваться. Ну что ж, давайте. Лапка Гаппи. А вечное сердце. А, черт, я не могу. И мне придется тогда кристальный шар оставить. Ах! Лапка Гаппи, понимаете ли. Ну что ж. Оставляем кристальный шар тогда. А такая хорошая вещь, а? Потому что я просто хочу теперь сидеть только на серых сердцах. Так, давайте тогда воспользуюсь. Что это такое? Еще одна машина, в которую мы можем сыграть. Давайте. В эту штуку мы можем играть долго. Потому что она будет давать серые сердца. И лапку Гаппи все-таки я возьму с собой. Может быть, мы дойдем до сундука, товарищи. Просто с таким количеством здоровья тяжело не дойти до сундука. Это. Ой, недолго музыка играла. Так, давайте я. Так. Оп, есть. Judgment, попрошайка. Давайте сыграем в него тоже. Может быть, он нам даст что-нибудь еще. Свечка! Они издеваются. Я не могу взять свечку. Изверги! Нет, ну у меня уже достаточно урона, чтобы можно было не брать свечку. Сказал я и понял, что свечку было бы обалденно взять. Так, ну... Изверги! Я вас всех ненавижу. Так вот, все. Так. Ну что ж, мы скорее всего, дойдем до маминого сердца. А вечное сердце... А почему я бросил кристальный шар? А почему я бросил свечку? Лапка Гаппи, я тебя ненавижу. Она явно использовала. Это просто баг. Лапка Гаппи использовала вечное сердце, но не изменила картинку. Все. Я не виноват в том, что я жестоко проиграю. Мне есть... В чем винить игру? Это... Нет, ну игра всегда виновата в том, что я проигрываю так или иначе. Но теперь она совсем-совсем виновата, абсолютно виновата. И вина ее была доказана. И мы опять идем налево. Я не знаю почему, просто так. Лапка Гаппина может помочь, ну, если мы найдем еще таблетки, которые нам поднимут здоровье. О, господи. Но видите, теперь мне, потому что у меня только серые сердца, у меня есть еще защитный щит. И он мне очень-очень сильно поможет. Так, хорошо. Отлично. Попрошайка еще один. Давайте сначала разберемся со всеми врагами. Так, хорошо. Попрошайка, что ты нам дашь? Ага, пача. Бомба. Неплохо. Следующий. Подходите к окошку. Карта. Неплохо. Бомба. Неплохо. Так, давай вещь какую-нибудь. Вещь давай. Вещь!
Противное это существо. Так. Он меня замучает, да? То есть он меня решил замучить. Конечно же, может быть, карты обалденные. О, здоровье. Давайте сейчас это сразу же превратим в два серых сердца. Или в три серых сердца, я уже не помню. Смерть или дурачок, который нас отправит обратно. То есть дурак, по идее, приятная карта, которой вот сейчас было бы воспользоваться приятно. То есть если бы я знал, что это тупика, то есть, может быть, мне нужно наверх. Я абсолютно не знаю, куда мне нужно идти. Поэтому я сейчас дураком пользоваться не буду. Давайте просто возьмем смерть. Пускай она будет в руках. Смерть — это всегда приятно. Туда я не пойду, потому что я рисковать не хочу. У аркада. Аркада — зубастая комната, которая заберет у нас два сердца. Я думаю, что она не стоит этого. И аркада тоже, по идее, не стоит этого. Только если там есть синяя машина, в которую можно будет поиграть. Давайте посмотрим, что за карта. Повешена, которая дает нам на один уровень возможность полетать. Нет, я пойду дальше. Я мог бы там все взорвать, конечно же. Сказал я и пошел. И пошел там все взрывать, конечно же. Так. Хорошо. Таблетка, которая делает неизвестно что. Пубертет. Ну, не все. Не все карты созданы одинаково. Давайте взорвем. О, господи, тролль-бомба. Отлично. Это у нас еще дальше будем стрелять. Так, хорошо. Взорвем эту штуку тоже. О, куча красных сердец, которые нам сейчас абсолютно не нужны. Смерть я оставлю у себя в руках, и мы можем вернуться, так же, как и пришли. Оттуда же, откуда пришли. Так, сундук. Давайте я посмотрю, что в нем такое есть. О. Так, ты, чудо еловое, перестань издеваться. Так, это тролль-бомба и две бомбы, сундук золотой, который мы откроем. Так, собирай монетку, она твоя. Рог, который дает нам урон, по-моему, больше урона. Давайте вместо рака, потому что, по-моему, у меня скорость стрельбы и так уже высокая, а урон, он всегда нужен. Он всегда хорош. Так, отлично. Я каким-то образом все-таки получил урон. Так, мне еще нужно не забывать то, что у меня есть нападающая муха. Так, ты, я в тебя уже 10 раз выстрелил. Товарищи, эта комната меня сейчас убьет. Ага. Ну, давайте. Давай, лопни. Лопни и уйди отсюда. Навсегда. Оп, так. Ну, ах, ты. Ой-ой-ой-ой-ой. Как ты меня замучил, а? Эта комната меня и вправду замучила. Так, тихо. Здесь нужно будет увернуться очень резко, очень быстро и очень много. Так, есть. Давайте кишочки уберем. Бомбу. Ключ-бомба. И так. Ага, Локи, с которым нам так или иначе придется разобраться. Давайте тогда. Отлично, Локи попал под собственную бомбомуху. И так. Так, отлично, мамино сердце нас ждет. И мы к нему идем. Так, мамино сердце — это босс второй. Он не самый сложный. Он, по идее, даже наименее сложный, по-моему. Так, давайте бросим бомбу в него. И будем его убивать. Самое главное, чтобы теперь, после того, как я его назвал наименее сложным, самое главное теперь на нем не умереть, а? Так, хорошо. Хорошо. Поехали. И что меня сейчас спасает, это просто огромная подушка из моего здоровья, из серых сердечек. И без них я бы никуда не дошел. Так, я бы уже давным-давно умер. Но повезло, повезло, и я не откажусь. В этой игре должно повезти, чтобы можно было вообще пройти хоть что-то, хоть что-то, хоть куда-то. Так, и, товарищи, я вам уже говорил, как я вас ненавижу? Да, я им уже говорил, я это помню. Я так часто говорил, что я это запомнил. Я молодец. Так, давайте так сделаем. Так, что ты тут, по идее, не должен разворачиваться. Ага, хорошо. И есть все, попадание есть. Так, теперь мама должна перейти уже во вторую фазу. Хотя нет, пока что нет.
плевалкин с бомбами. Это нехорошо. Так, теперь Властелин мух. И вторая фаза мамы. Отлично, давайте попытаемся это быстрее сделать. Быстрее. Карту смерти я оставляю, так как мы сейчас пойдем в рай. Мы так или иначе попадаем в рай, и там сложная комната. Там, считайте... нет, это в сундуке самые сложные комнаты. Но теперь... Ах, как бы мне пригодился мой кристальный шар, чтобы знать, куда идти. Но здесь комнаты тоже не просто такие. Они очень-очень, эти комнаты. Так, и здесь у нас, скорее всего, библиотека будет тогда. Так. О, господи, лазерные мухи. Пожалуйста. Пожалуйста, брысьте. Брысьте, кому говорю. Брысь. Осторожно. Прыжок. И, по идее, ему еще один выстрел остался. Это немного. Но этот выстрел еще нужно сделать. Так. Важная вещь. Оп, хорошо, вернулся. Так, абсолютно бесполезная телепатия для дурачков. Так, как ангелы. Угу. И бомба, самонаводящаяся резкая бомбомуха, бомбочервяк. Я такой быстро, что мимо бомбы проскакиваю 125 раз. Босса сразу же нашли. Ну что ж, может быть, мы и с ангелом разберемся, просто потому что у меня так много здоровья. Так, хорошо. Хорошо. Героический монстр 2, конечно же, он не помогает мне в этом. Но, как бы он ведь старается, он делает просто свою работу. То есть у него такая работа, и все. Так, все, хорошо. Давайте пойдем разберемся с ангелом. Давайте я использую смерть сразу же, чтобы нанести ему 5% урона, может быть. Так, ну что ж, у меня нету защиты, но у меня есть щит, и я могу просто стоять и стрелять в него. Что, скорее всего, намного выгоднее. А, ну меня иногда защищает медбой. Но, по-моему, я с ангелом разберусь. Так. Так. Давай, проклятый. Ой-ой-ой. Так, осторожно. Так, есть третья фаза ангела. Теперь он начинает стрелять, и теперь, по идее, от него лучше всего уворачиваться. От как ангелов, и от лазерных лучей. Так что давайте теперь немножко побегаем, подвигаемся. Давайте, может быть, я даже буду оставлять бомбы рядом с ним, чтобы этим воспользоваться. Потому что что-то, ну, очень много всякой всячины на экране появилось. Всякой лажи. Господи, сколько как ангелов. По-моему, его усилили. По-моему, он стал страшнее. Как вам это кажется? По-моему, да. И мы доходим до сундука. Я такого не ожидал. Кто бы мог подумать, мы попадаем в сундук. Отлично, так, что это у нас? Тук-тук-тук. Хорошо, бесполезная штука. Бесполезная, но пассивная штука. И майтер, который бы нам пригодился, если бы выпал давным-давным-давно. Ну что ж, влево или вправо, пойдем влево. Так, здесь костры, которые могут плеваться. Давайте от них отделаемся, чтобы случайно на них не наткнуться. Итак, в каждой комнате здесь боссы. В каждой комнате здесь смерть. И ни из одной из комнат невозможно выйти. Так что сундук, да. Сундук — это самый конец игры. И это самое жестокое, что есть в этой игре. Так что сюда идти с 3,5 здоровья и, скажем так, без карты, это самоубийство. Чем это и закончится? Но вся эта игра самоубийство, так что все окей, все окей, все нормально. Мы привыкшие уже. Так, пообвыклись. Так. О, господи, боже мой. Как же ты так стал? Давайте с ним разберемся по-быстрому. От него можно уворачиваться. О, господи. Но явно не так, как я это делаю. Так, давай, перед тем, как ты еще раз выстрелишь. Все, есть, хорошо. Ну, один раз он выстрелить успел. И мне не выпадают сундуки. Это плохо. О, господи. О, господи, нет, это не туда я поставил бомбу. Это совсем не туда я поставил бомбу. О, господи, теперь они асинхронны. И, скорее всего, на этом мой забег и закончится. Но я буду сражаться до конца. Да, на этом мой забег и закончится. Так. Тёп,
Держимся! Держимся! А, нас спасли те четки, или как это? Та штучка, которая последний шанс нам дает и дает последнее сердечко. Но это последний удар, который я могу получить, и все. Итак, шикарно, для меня шикарный забег. Большое-большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось то, что я вернулся. Но не надейтесь. Скорее всего, продолжать не буду. Я тогда скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.